Еще раз всем доброе утро, и мы уже готовы начать. Доброе утро, коллеги. Мы рады вас приветствовать. У нас по традиции заказан на этот день дождик небольшой, для того, чтобы те не расслаблялись и не думали, что вот, лучше бы гуляли где-нибудь на улице, а пришли действительно здесь полезно поработать. И с хорошего дождик закончится, как только наш... Да, это правда. Так и было все в прошлый раз. Давайте для тех, кто впервые у нас, добро пожаловать, и те, конечно, кто с нами часто и приходит на все наши завтраки, тоже добро пожаловать, здравствуйте. Хочу коротенько нас все-таки представить. Меня зовут Ольга Штейнберг, я специалист по коммуникациям и продвижению брендов, также автор телеграм-канала и подкаста «Fashion Прокачка». Моя коллега Станислава Межмединова, большой специалист по масштабированию брендов, бизнес-сопровождению, консультант, трекер, в общем, супергерой в бизнесе. Заставляю вас зарабатывать, даже если вы не хотите. Да, а вместе мы проводим вот такие бизнес-завтраки, формируем, так сказать, сообщество предпринимателей в индустрии моды. Очень рады, что наше сообщество ширится. И помимо офлайн-мероприятий мы также поддерживаем вас в Телеграме. У нас есть чат предпринимателей Fashion Штаб. Есть наши телеграм-каналы, все можно будет потом, вернем наши QR-коды, можно будет с нами связаться. Я веду подкасты, и еще у нас классная есть такая тема, мы уже 2 года каждую неделю обсуждаем новости индустрии моды, тоже в телеграм-канале в аудиоформате. Да, обычно мы это делаем каждую пятницу, но на этой неделе мы это делали вчера, потому что они всегда сохраняются. Да, можно их переслушать. Да, можно переслушать и прислушаться, наслаждаться нашим сонью и компетентным мнением по поводу всего происходящего, по-другому говоря, немного сплетничая. В общем, мы готовы представить наших спикеров с нами сегодня. Я считаю, что супергерои российского ритейла, ребят, я по-другому вас не могу назвать. То есть это просто люди, о которых ходят легенды. И, конечно, я же начну с Ирины Рябко. Это человек и основатель Универмаг Ремарк, то самое шумное открытие вот Литвинович на Белой даче пару недель назад, о котором столько было постов, перепостов и вообще публикаций, это Ирина вообще ручит дело. И все самые крутые бренды, которые там сейчас есть, Ири любовно собраны, отселектированы, да, и продаются там с большим успехом. Поэтому мы позвали Ирину для того, чтобы она поделилась с нами опытом, как же не только попасть на площадку Универмага, но и процветать там. Вот что важно. И Николай Константинов, тоже человек-легенда в московской тусовке ритейлеров. Все знают Николая как генерального директора Trend Island. Да-да, это то самое место, куда все мечтают попасть, но никто не может записаться на встречу. Вот. И также одновременно с этим Николай основатель универмагов Телеграм. Да, то есть с огромным опытом Николая мы хотим сейчас поработать. Серийный предприниматель. Да, серийный предприниматель. Серийный создатель универмагов. И ты знаешь, именно серия – это именно в креативных индустриях. Поэтому я думаю, что Николай тоже будет чем с нами поделиться на нашем сегодня интервью-допросе. И мы можем уже начинать. Да, наш паблик-ток с ребятами будет длиться где-то час. После этого у нас запланирован, конечно же, нетворкинг. Можно будет свои частные вопросы задать, мы вам отдадим экспертов на растерзание. Да, только дайте им водички немножко попить, прежде чем они вот здесь успеют шаг сделать просто от этих кресел. В общем, давай начинать. У нас есть первый вопрос. Знаете, очень много я видела споров в сети и вообще так, на пространствах ритейл-тусовки на тему того, что же такое универмаг, чем вообще он отличается от мультибрендового магазина, да? И очень много универмагов открывается, поэтому есть некая путаница. Ирина, можешь прокомментировать вообще, что такое универмаг? Вот прям настоящий, как он должен выглядеть? Потому что я знаю, что у тебя опыт не только в ремарке, да, но и в цветном у руля долго-долго, много-много-много тысяч лет. Да, поэтому уж ты точно можешь ответить нам на этот вопрос. Всем доброе утро. Рада вас здесь видеть. Спасибо, что вы пришли. Отвечая на твой вопрос, что же такое универмаг? Помимо того, что это мультибрендовый, это еще и мультикатегорийный магазин, у которого есть очень четкие критерии, определения. Да? Это единая касса, это единые сервисы, это отсутствие каких-то стен, преград, да, когда ты перемещаешься. Это особая атмосфера.
да, все то, что мы сейчас называем универмагами, на самом деле не классический формат, а классический формат – это Selfridges, Harrods, Bon Marché, ЦУМ, наверное, да, из российских, да? Liberty, ну, конечно, есть еще огромное количество концептуальных разных проектов, типа Liberty или там Dover Street Market, да, и еще это можно перечислять и перечислять. В каждом европейском городе есть подобные проекты, и не один. А та производная, которая появилась у нас, ну, тот же цветной, допустим, да, когда он там начинался в 2010 году, но на самом деле Николай тоже работал в цветном, просто как раз когда я пришла. Можно, почему нет, мы не скрываем, потому что на самом деле цветной дал дорогу в жизни очень многим, и нам как профессионалам в этом, да, и, собственно, многим брендам, которые появились там на протяжении тех лет, да, мы видели, по сути, зачаток всей истории российского ритейла, профессионального, можно так сказать. А, там, Николай уходил в 13-м, да, я в 13-м пришла, собственно, да, и у каждого там был свой путь. Цветной начинался, по сути, с того, его выстраивали как классический формат универмага, да, но, очевидно, с приземлением на российскую землю, да, на российскую действительность пришлось формат перестраивать, да, и та модель бизнеса, которая в итоге была придумана, она оказалась единственно успешной. Но это не классический формат, по сути, это внутри арендный бизнес, но у него есть четкое определение, там, да, есть этажность, есть общие кассы, есть общие сервисы. Когда человек попадает в подобное пространство, он не разделяет бренды внутри, то есть он понимает, что это единый бренд, который объединил всех, да, и сделал выборку. Ну, по сути, там те проекты, которые делает Коля там, или я, мы стараемся все-таки эти ориентиры соблюдать, а то множество проектов различных, которые появляются и называют себя универмагами, я их вот искренне прошу этого не делать, потому что это путает абсолютно всех, и у людей, у потребителей, клиентов возникает неправильное несколько отношение к этому. Чем же все-таки отличается мультибрендовый магазин, вроде там тоже где какие границы и прочее, от универмага, который мы сейчас, да, обсуждаем? Мультикатегорийный, с категорией. То есть в универмаг придя, ты можешь, в принципе, решить множество задач, да, купить не только одежду, обувь, но там и аксессуары, и косметику, и детские товары, товары для дома. И порой там сейчас, естественно, появляются какие-то услуги, да, которые, опять же, там, сдать химчистку, что-то. У Коли в Тренд-Айленде есть прачечная, очень прикольная. Есть кафешки, где ты можешь, в принципе, можешь прийти не только купить что-то, да, но просто провести время. Всем привет, мне Николай. Вот Ира абсолютно правильно сейчас говорит, на самом деле, потому что когда открывается очередной универмаг, еще когда пишут российские дизайнеры, вот это особенно, конечно, это особенно печаль, потому что подборка этих арендаторов зачастую она стихийная, она основана на коммерции, потому что идут, допустим, в европейский, в Атриум, в Фимол, где аренда высокая, необходимо ее отбивать. Соответственно, выбирают из кого, кто может там оплатить условно эти деньги, невзирая ни на качество, ни на стиль, ни на концепцию. И пишут российские дизайнеры, да, и после этого идет клиент, обычный там человек, мы с вами, и видят российский дизайнер, заходит туда и говорит, о, да ну, нет. И потом реально на протяжении там лет, вот я помню, в 2016 году, да, отношение к нашим ребятам было очень слабым. Ну, то есть реально русский дизайнер? Нет. Ну, вот так было. То есть реально просто огромная работа была, то есть проделана очень интересными там специалистами в этой области, да, там, в том числе там Чайка, Филс, Виприц, Теддинг, все наверняка знаете, которые работали над качеством, над концепцией, над маркетингом каждый день, каждый месяц регулярно. И, скажем так, они за это время создали вокруг себя определенный уже имидж, да, то есть на них все равняются. А все остальное, что появляется, если у нас три худи, одна футболка и брюки, и бренд, и мы живем на Бали, но вы нас возьмите, но как бы это не работает. С
Слушай, ну вот ты так сейчас классно подсветил российские бренды, да, которые в том числе прославились, да, через Trendyol. Мы их увидели впервые там. Правда, да. Но немного как-то, знаешь, себя в тень ввел. Ведь действительно, Trendyol — это не только секс-шоп и химчистка, да, на территории. Между прочим, экскурсии туда водим. Поэтому знаем каждый уголок, да, кофейни и так далее. Но это еще и огромная, довольно-таки дружелюбная команда, да, которая направляет действительно дизайнеров. И я, как много раз выступающий человек со стороны резидентов, могу сказать, что это действительно огромная работа, то, о которой ты говоришь, с двух сторон. Это правда. Мы встречаемся со всеми. Ну, то есть, кто, допустим, вы сейчас сказали, что мы не встречаемся. Ну, то есть, на самом деле, в 2016 году, когда мы запускали проект, я лично встречался с каждым брендом, все заявки отрабатывали. Сейчас, ребят, правда, в день приходят, я не знаю, сколько столько дизайнеров, честно, у меня такое ощущение, что вот все решили вдруг, да, все вдруг решили, что нужно быть дизайнером, создавать одежду. И у нас сейчас в команде работают два человека, которые отсматривают все предложения. Естественно, мы со всеми связываемся хотя бы онлайн, либо отвечаем, может быть, не сразу, там, допустим, через там, два дня, через неделю, с кем-то встречаемся сразу, и ребята действительно, ну, то есть они спрашивают у брендов, есть ряд вопросов, ответив на который или не ответив на который, мы понимаем, насколько вообще у этих брендов есть потенциал быть на площадке. Потому что если есть, например, энтузиазм допустим, у этого бренда, и они хотят, этого мало просто еще. Да? То есть необходимо, чтобы были мощности производственные, чтобы инвестиции были, чтобы был какой-то план, чтобы была какая-то стратегия. Потому что если этого нет, что происходит? Вы знаете, что у Trendyol сейчас обороты кто-то. Возможно, здесь есть, не знаю, кто-нибудь, кто у нас уже представлен, они большие, они растут год к году и сильно растут. А что происходит в этом случае? То есть выставляется бренд, да, вот он на выставе, и у него там проходит выходные, суббота, воскресенье, все продали, они радуются, о, классно, а где товар? А дальше что? Ну, мы сейчас это шьем, ну как бы это же цикл, это же надо быть к этому готовым, иметь запасы определенные, чтобы расти вот вообще в оборотах. Просто, я так понимаю, знаешь, необходимо иметь запасы товарные, причем не где-то, а вообще прям сразу, чтобы сотрудник мог быстро, чтобы он мог, то есть в этот же день взять со склада и, собственно говоря, поездить обратно в торговый зал. Вот, собственно говоря, обувь, в которой я сейчас сижу, это ребята из Ростова, я с ними все время спорю. Я говорю, вы просто обеспечьте, пожалуйста, стол. Ну, потому что к вам подходит, вот я там постоянно у них там, покупают кроссовки, у меня уже, по-моему, штук 8 или 9 разных. Они удобные, они классные, но нет размеров. Ну вот мы шьем. Ребят, ну возьми ты кредит 5 миллионов, ну вложи ты в производство, сезон начинается, все закрыто. Они стоят 10 тысяч рублей, а ближайший КПР стоит уже 15-20. Все это понимают, сезон сейчас. Завоевывайте клиентов. Сейчас время завоевывать. Ну, да, сделать. Ну вот с этим. Да, хорошо, что мы уже вот перешли как раз к главной теме, наверное, волнующей всех пришедших к нам сегодня гостей. Давайте, просто Коль-то показательно все обошел, давайте конкретно. Вот бренд, который чувствует в себе силы, ну, как он считает, да, значит, желание быть в универмаге. Вот идеальная презентация, идеальное стечение всех фактов бренда, на которые вы обращаете внимание, вот все, здесь полная комбо, здесь все правильно. Вот какой-то чек-лист прямо. Ну, мы с тобой как раз занялись чек-листом. Чек-лист мы обязательно, кстати, как обещали всем участникам нашего бизнес-завтрака, вышлем попозже, но сейчас, конечно, будем озвучивать все и подробно. Да, но прежде всего для меня важно, что чтобы человек относился к этому как к бизнесу, да, это не хобби, это даже если у вас есть еще какая-то работа, которая поддерживает, это должна быть история, в которую вы влюблены, увлечены и относитесь к этому серьезно, да. Это не, правильно ты сказал, да, не отшить пару футболок, потому что отшивают все, да, а я там поеду где-нибудь, посижу в Тае или на Бали, да, вот это не пройдет, это не даст результата. Все эти бренды, которые сейчас добились успеха и делают хорошие обороты, и что им позволяет расти, наращивать производство, они относились к этому очень серьезно изначально. Да, потихоньку, маленькими шажочками они шли там, к тому, к чему они сейчас пришли,
но это абсолютно точно такая планомерная шаг за шагом работа над брендом, над маркетингом, над производством, да, чтобы не было косяков каких-то или там сложностей как раз в сезон, да, потому что, по сути, если товар не поставлен в момент, когда у него самые активные продажи, ну, это потеря, да, прежде всего, там, для вас. Понятно, универмаг это сможет перекрыть, особенно если, ну, там есть большое количество желающих встать на пустое место, да, но для бренда это потери, причем порой достаточно значительные, да, потому что мы все знаем, как, ну, там, с логистикой сейчас проблемы, да, с тканями были проблемы, вот, когда в прошлом году случились все эти события, и многие бренды страдали, ну, не потому что там, скажем, что-то там не предусмотрели, да, вроде все шло, должно было идти по плану, ну, у многих из нас все пошло не по плану, скажем так, но вот опять же, надо уметь перекрывать в моменте, да, это такая история, когда ты смотришь немножко вперед на пару шагов, да, что дальше, это та самая стратегия, да, которую ты прописываешь для бренда. А на самом деле, когда начинаешь общаться, я до сих пор встречаюсь со всеми партнерами, понятно, когда я работала в Цветном последние там 3,5-4 года я была SEO, и, конечно, ну, порой времени не хватало на то, чтобы встретиться со всеми, но это то, что я больше всего люблю на самом деле, то, чем я больше всего люблю заниматься, это встречаться с людьми, общаться, потому что ты заряжаешься энергией, ты понимаешь вообще, ну, что происходит, на кончиках пальцев чувствуешь, да, как бы. Поэтому я эту историю никогда никому не отдавала полностью. И когда ты встречаешься с человеком, с представителем бренда, ты сразу понимаешь, есть вот этот огонь в глазах, да, когда нет шанса не добиться успеха, потому что на самом деле это желание, оно и двигает горы. Порой какие-то проблемы совершенно неразрешаемые, оно решает в моменте, просто потому что человек очень хочет в это во все работать с этим, да, я бы не сказала играть именно, а именно жить в этом, потому что фэшн это тяжело, он зависит порой, успех зависит от погоды, от дождика, от солнца, еще от чего-то, поэтому это первое, что должно быть, не потому что кто-то сделал, кто-то сейчас успешен, пожалуй, пойду отошью такие же худи, да, вот это не работает, ну, может быть, на Wildberries, да, сработает, окей, это тоже часть бизнеса. А в рознице, в ритейле, когда человек приходит и смотрит, и щупает, это не работает. Это должно передаваться через ДНК бренда. А на самом деле это сейчас самое важное, да, сторителлинг, то, что ты закладываешь, та идея, которую ты закладываешь. Через это можно делать суперактивный маркетинг, и через это можно завоевывать сердца. Ну, собственно, только тогда вернется человек к вам еще раз, а это, собственно, самое важное для продаж. Вот. Ну и там еще есть куча параметров. Нет, но огонь в глазах это классно. Да. Ассортимент, количество. Нет, это на входе. Это изначально. Это на входе. А так, конечно, чтобы продаваться в универмаге, ну понятно, есть разные форматы. Есть формат корнера, есть формат реализации. Если мы говорим о корнере, то, ну, как минимум бренд должен выпускать сезонные, две сезонные коллекции, капсулы, и, ну, чтобы открыть корнер, наполняемость должна быть 300-400 SKU, не меньше. И надо рассчитывать на то, что еженедельно вы будете пополнять, да, там, то, что должен быть запас на складе, это понятно, но еженедельная пополняемость, если продажи активные, она должна присутствует. Если это реализация, понятно, там можно обойтись чуть меньшим количеством SKU, плюс в реализацию обычно попадают те бренды, у которых достаточно узкая направленность, то есть, допустим, не знаю, бренд Arctic Square, да, они зимой они сильны, потому что у них пуховики, это, в принципе, то, что продается активно, а в летняя коллекция у них намного слабее, да, понятно, что в зимнее время корнер расширяется, в летнее время корнер уменьшается. Собственно, с этим можно работать в реализации. Там поменьше наполняемость. Я добавлю, спасибо. Ну, я чуть по-другому, наверное, объясню. С другой стороны, например, если бы я был дизайнером, да, вот я вдруг решил завтра стать дизайнером. Ну, не знаю, все. Ну, в принципе, мне кажется, у тебя все возможности. Ну, может быть, в следующем году это пока под вопросом, пока решается.
У меня вопрос к себе первый. Я думаю, что он у всех должен быть. Для кого вы хотите сделать продукт совершенно иным? Кто эти люди? Отвечая на этот вопрос, вы напишите для того-то человека. Потом исследование этого рынка. Какое это хотя бы там заказное или может самостоятельно? Есть ли этот вообще, есть ли ниша она такая? То есть насколько эта ниша, она сейчас занята, не занята? Потом вы должны определить, где вы хотите продаваться. Там, если это универмаг Trend Island, зайти в него, посмотреть, есть ли вообще этот продукт уже или его нет. Это же тоже очень важно, чтобы понять. Потому что когда мы сталкиваемся с тем, что рынок говорит, что вам нужно отшить? Я в этот момент сижу, на встрече, я говорю, не знаю. Слушай, это прям вот как первый день, такой наивный. Что значит? Это перевожу вопрос, что мне нужно закупить на садоводе, чтобы... Ну, это понятно, нет, что есть те, кто... Мы отшиваем там юбки, я говорю, ну, отшейте юбки, там, не знаю, карандаш. Я слышу, что я пойду с этой встречи. Ну, потому что это не мой вопрос, да, ну, как, если вы, брат, если вы решили, что вы прям все, идете в этот бизнес головой, то вы должны понимать, для кого вы делаете продукт. И я вас уверяю, допустим, в авиапарке в том же, такое количество разных людей ходит. Мы пытались исследовать аудиторию, да, у нас, конечно, есть 25-45, ядро, зарабатывающие деньги, но, по сути, приходят абсолютно все, и мы иногда вообще не понимаем, кто этот клиент. Допустим, он идет из Ашана, я всем привожу в пример историю, когда пожилая женщина лет, наверное, 75, стоит на кассе, покупает футболки с яркими принтами, какими-то там прям яркими, типа, как Ники Феллини или что-то такое, явно в подарок внукам или кому-то. То есть, кто этот человек будет завтра, ну, непонятно, да? Поэтому для того, чтобы отстроиться от этой общей, у нас просто очень много одежды, кто в Trend Island бывает, там заходишь, и кто в первый раз особенно, такой шок немножко у людей, надо направлять. Для того, чтобы выделяться, необходимо понимать, для кого вы выделяетесь и с каким стилем вы выделяетесь. Потому что сшить еще одни там, какие-то футболки одинаковые или юбки, но на потоке у вас будут продажи в Trend Island, потому что это такой потоковый универмаг, очень хороший, успешный, с хорошей очень коммерцией, но не будет никаких успехов, то есть там каких-то выдающихся. У нас очень все же просто, на самом деле, в 1С выгружаются все бренды. Смотришь, те, кто реально работает, X2. Кто сидит на потоке, ну, типа, они в разы меньше работают, да, по цифрам. И где? Вот ты с ними встречаешься, да-да, вот мы готовимся, мы там. А ты понимаешь, что они не готовятся. Естественно, они постепенно, то есть мы понимаем, что они в списке на выбывание, и потом, когда наступает DMX, когда мы отправляем письмо счастья, мы это называем, встречаемся, начинается, вот, мы с вами 6 лет, как вы так можете? Я говорю, ребята, ну вы же просто уже несколько лет не занимаетесь брендом, вы стоите на потоке Trend Island, и как бы все окей. А те, кто правда развивается, там очень хорошие цифры. На 60 метрах можно делать 4, 5, 6 миллионов совершенно спокойно в Trend Island без... Коль, я прямо сейчас слышала, знаешь, вот этим ухом возмущение бренда, который, например, себе пришел в Trend Island, плачу какую-то комиссию, там, да, еще что-то, еще должен интертеймент у себя тут на 20 квадратных метрах поставить. Тут не интертеймент, здесь вопрос. Да, ты просто проясни вот этот момент, потому что есть еще, да, момент, ну, насколько вот, да, для вас важна там медийная какая-то активность, да, то есть насколько бренд должен быть ярким, выделяться, вот ты говоришь сейчас, нужен быть ярким, чувствовать пространство. То есть я должна, по сути, даже амблера поставить кроссовками, да? Ну, не для совсем, того, чтобы привлекать, да, все внимание. Ну, не совсем. Расскажи, так. Как есть. Ну, вот как ты мне сказала, Ига, есть ли, допустим, заправленный человек или нет? Потому что есть бренды, которые приходят, они очень быстро разбираются в том, что можно поставить продавца, его быстро всему обучить и отладить какой-то то есть процесс, и все. То есть не вести там социальные сети, не приводить трафик, не заниматься там, я не знаю, то есть не заниматься разработкой каких-то капсул новых, каких-то интересных вещей, ни с кем там не вступать в коллаборацию, к нам не обращаться. То есть у нас сейчас отдел маркетинга, это просто сейчас будет, это абсолютная правда, допрашивает бренды, просто 100 тысяч сообщений отправляет одному, чтобы тот ответил, чтобы с ним вступить в какой-то, хотя бы сделать совместный поп-ап. То есть мы за свой счет этот поп-ап делаем, у нас есть для этого команда, мы не привлекаем там с их стороны людей, мы просим хотя бы просто присутствовать на этом перемещении. И иногда бывают бренды, ну как бы не иногда, давайте уже говорить откровенно, довольно часто, которым, ну, это уже неинтересно. И опять же, да, то есть что такое конкуренция? Она сейчас
прям вот уже всем наступает на пятки. То есть появляются молодые, заряженные, которые действительно есть уже, есть понимание того, как, то есть как построить вокруг продукта историю интересную, да, создать. И они правда, вот они прям вспыхивают и приводят туда людей. И мы смотрим такие на цифры через 3 месяца, думаем, о, 2 раза больше. Они говорят, нам нужно расширение. И что происходит потом? Ну, вы кого-то выкидываете, даете расширение. Мы сокращаем площадь, ведем, как бы, и расстаемся. И здесь получается, что, да, универмаг огромный, 14 тысяч метров уже будет совсем скоро, мы откроем еще 2 тысячи метров в июле, расширяемся. Но этого очень мало, как выясняется. Ирина, можешь прокомментировать, как вот на твоей площади выделиться бренду так, чтобы не порвать в клочья общую концепцию? Общую концепцию. Ну, ты знаешь, мы изначально отбираем те марки, причем ну, я люблю сравнение там, своего формата нового, да, который вот я запустила буквально. Я в 2021 году ушла из цветного после того, как, по сути, новый менеджмент решил бренд не развивать, да, то есть остаться внутри той площадки, которая есть на цветном. Ну, как бы хозяин барин, вот, но с моим желанием как бы всю эту историю вывести на какой-то новый уровень, это, конечно же, не совпадало. Поэтому с учетом еще того, что я видела успешный пример Коли, да, у которого были примерно те же обстоятельства за несколько лет до этого, да, потому что ну, ты, наверное, сам можешь рассказать эту историю, но тем не менее. Примерно у всех, наверное, кто работает в найме, да, в какой-то момент, особенно если ты стараешься развиваться в своей же профессии, когда тебе тесно становится, да, и, в принципе, другого варианта, кроме как сделать свое, не согласовывая ни с кем выше свои идеи, да, ну, вот, собственно, приходит то понимание, что дальше так ты не можешь, и единственный вариант – это пойти и сделать что-то с собственными руками. У меня так получилось, что там, я почти год, по сути, потратила на то, чтобы попытаться найти партнера, да, разные были форматы, даже с Колей мы планировали быть партнерами, но не случилось, вот, и в конце года я нашла финансового партнера, это фонд профессиональный WS Capital, который поверил в меня, в мою команду, в саму идею, потому что формат ремарка – это не только про российские бренды, это про, в принципе, микс российских и международных брендов в определенном сегменте. И ну, там, я всегда привожу пример Москва, это очень большой город, в котором каждый район – это, по сути, как город в городе. И масштабировать какой-либо проект, просто его штампуя, да, это не совсем верный подход, потому что в каждом районе свой покупатель, да, свои покупательские возможности, скажем так, да, мы все понимаем, юго-запад у нас, скажем, исторически более обеспеченные, да, люди живут, юго-восток, это все-таки немножко другой формат покупателя, чуть попроще, возможно. По сути, Москва дает понимание того, как вся Россия выстраивается, да, и это дает возможность проект приземлять в каждую локацию, как некий конструктор, собирая его, дабы быть интересным для конкретного окружения. Понятно, в каждом проекте есть определенный core брендов, которые мы тащим там, друг за дружкой, да, и как бы это нас отличает от конкурентов, но тем не менее в каждой локации собираем что-то такое, что нужно конкретно покупателю, который приходит туда, достаточно регулярно, да, вот первый проект мы открыли в Outlet Village «Белая дача», там, 10 лет назад, это типичный аутлет, который был открыт в поле, по сути, да, вокруг, рядом не было жилых районов, туда надо было приезжать на машине, прошло 10 лет, и сейчас он стоит внутри большого района, да, буквально через дорогу, огромный жилой комплекс «Белая дача парк», и я сейчас, по сути,
коммуницируя с управляющей компанией, пытаясь объяснить им этот момент, да, что Outlet, в принципе, начинает себя немножко изживать как формат шопинга исключительно там, со скидками большими, да, но это произошло в силу того, что я сейчас уже углубилась немножко в другую историю, это произошло из-за того, что, ну, в принципе, мир поменялся, да, очень сильно. Мы все слышим отовсюду про осознанное потребление, да, бренды не производят больше столько, сколько они производили еще несколько лет назад. Опять же, потому что сложности с производством, сложности с тканями, с логистикой, все считают деньги, люди перестали покупать столько, сколько покупали еще там несколько лет назад. Поэтому это все привело к тому, что, по сути, в Outlet, в каждом магазине, у каждого бренда есть как новая коллекция, так и, собственно, аутлетная коллекция. Плюс, ну, уход брендов международных, да, у них было специальное направление, они отшивали специально для Outlet. Российские бренды вообще, в принципе, с этим сегментом до недавнего времени не работали. То есть нет такой глубины скидки, нет вообще, в принципе, иногда достаточного ассортимента для сейла, да, поэтому как бы идти в том же ключе, ну, не получится. Меняться нужно всем абсолютно, вот. И по большому счету Outlet стал неким районником, и сейчас через свой проект там я пытаюсь это дать клиенту, который живет рядом, да, то, что он хочет. То есть мы открывались, например, совершенно без детского ассортимента, мне казалось, что на 1500 метров основной кор – это одежда, обувь, аксессуары, ну и, может быть, что-то комплементарное, там, товары для дома, да. Мы понимаем прекрасно, там, сейчас уже там 2 месяца поработав, что рядом живут огромное количество семей, да, то есть это молодые семьи, у которых маленькие дети появились, ну и странно не представлять товары для дома, да, и, в общем-то, там мы открыли, детский товар, да, мы открыли пару недель назад корнер с детскими товарами, да, и его продажи там, по сути, сейчас стоят наравне с F&Sterti, да, который, кстати, у нас, вот опять же, парадокс, вот когда ты, я была уверена, что F&Sterti это такой бренд все-таки достаточно концептуальный, да, у них очень интересные принты, и он не дешевый совсем, то есть за последний год они действительно выросли в цене, ну, из-за того, из-за понятных всем проблем, да, и ткани, и логистика стали стоить дороже, и, естественно, они вынуждены были поднять свою стоимость. Тем не менее, по полной цене скидок у них практически нет, то есть они не работали с этим сегментом, они сейчас только, по сути, начинают понимать, что нужно что-то выводить в сейл, и он продается там по полной цене и является, по сути, лидером сейчас. Вот. Это тоже нюанс такой. Вот, но при этом мой же проект я собираюсь открыть в центре города, и это будет совершенно там другой формат, да, это будет скорее направленность в концепт сторники, да, наверное, вот как раз близость к Dover Street Market, что-то в таком духе. Что еще сказать? Не знаю. Слушайте, спасибо тебе большое, просто это важно, потому что действительно проект новый, давно я о нем не слышала, в отличие от Рендайлда, которые все хотят, да, и важно понимать, конечно же, какие у тебя там есть бренды, как ты их отбираешь, да, и вообще вот немножко, знаешь, побольше, потому что мы вот реально с Олей всегда сидим, знаешь, как это, человек сообщения, да, то есть на 1000 сообщений в день, и вопросы очень повторяются. И вот я тебе клянусь, каждый день я получаю письма. Скажи, пожалуйста, как мне попасть в Универмаг? Чему нужно соответствовать? Какой пакет документов нужен? А может быть, ты знаешь коммерческие условия, еще что-то? Вот вы можете меня немножечко в операционочку сейчас залезть и рассказать нам, как подготовиться к бренду, да, то есть что на встречу нужно принести? Ну, смотрите, на встречу, наверное, мы просим все-таки принести образцы того, что вы делаете. Это тоже, кстати, важно, потому что мне спрашивают, а нужно образцы, не нужно, или я так, ну, своё образцы нужно, потому что рассказывать это одно, показывать картинки это одно, а когда ты смотришь качество швов, как вообще все это скроено, это совсем другое. Что касается подготовки, как я уже, наверное, о ней еще не говорил, но как раз думал, правда. То есть необходимо сделать нормальную презентацию. То есть не в PowerPoint, там, да, который не переводится потом в PDF, присылается в PowerPoint, там мы молодой российский бренд, отшиваем одежду, там, для женщин, возраст такой-то. Нет, это должно быть все-таки вот то, о чем я говорил. Кого вы целитесь, но с каким-то исследованием, чтобы мы видели, что вы подготовили, что вы действительно хотите какую-то нишу занять, не просто там отшить какую-то очередную одежду. И потом, ну, как бы для нас, наверное, в первую очередь интересно
И то, что мы спрашиваем на встречах, это объемы производства, сколько SKU уже сейчас готово, а не будет произведено. Потому что на встречах, да-да, у нас будет 60. Кстати, извини, я тебя перебью, пока не забыл. Был такой вопрос интересный перед началом встречи. А можно ли молодому бренду, который еще ничего не произвел, но только хочет, да, попасть на площадку и с этого начать, собственно, свои продажи, такие тоже есть, да, вы не здесь встречаете, мне в лукбуке представить свои модели в формате 3D-визуализации? Нет, если можно будет, если есть уже такие люди, которые в 3D-визуализации уже это делают, это цифровывают, конечно. Более того, мы сейчас прям нужна модель, губы, поза. Не, губы нам точно не нужны. Вот. Ну, нам что интересно? Нам интересно направление этого стиля, да, то есть это классика, это там contemporary woman, это street view. Ну что это, чтобы мы понимали, потому что у нас два тренд тайленда, один, как знаете, это как раз он работает в стиле стрит, второй как раз contemporary woman. И для того, чтобы то есть решение принимать о том, что мы вот запускаем кого-то на площадку, да, нам надо увидеть, что это за продукт и вообще рядом с кем поставить. Потому что очень разные бренды, очень разный стиль у всех. И, кстати, мы к этому пришли за последний год, потому что в 2020-2021 году действительно в какой-то период времени Trend Island был очень похож. Когда был 2020 год, все начали вот там отшивать футер, потому что все сидели дома, пандемия, и все скупали этот футер в каком-то невероятном вообще объеме. У всех спортивные костюмы были, то есть все как забыли про платье, и только потом в 2021 в конце вдруг вспомнили, что женщина — это женщина, что надо как-то одеваться. А действительно был такой период. Мы его как бы мы прошли, слава тебе, Господи, и сейчас действительно все опять, то есть они все включили и креатив, и творчество, и там все-все-все, что только можно было включить, оно было включено, и сейчас мы видим разнообразие. Наконец-таки в Трантайленде появилось разнообразие. В общем, я прихожу, рейл завожу, лукбук несу. Рейл завозить точно не надо, достаточно нескольких единиц. Я хочу тебя поразить, ты понимаешь? Ну, тогда нужна встреча где-то в лектории, чтобы вы планировали. Я прихожу в лекторию. Не, если вы так подготовите, скажете, ребята, мы готовы вам там все там сейчас показать на рейлах, отпарить. У нас был такой бренд, который прилетел из Краснодара, Аджента, они работали с Альном, Альон очень сильно мнется, и они прилетели там, это был реально целый рейл, они все отвесили, сейчас нам нужно полчаса, Николай, сейчас мы все отпарим и вас пригласим. Все отпарили, пригласили, очень красивые вещи, правда, качественные. Вот, рассказ, наверное, про бренд. Действительно, о чем говорила Ира, если за человеком, то есть если за брендом стоит человек, и у него есть энергия и глаза горят, мы это сразу увидим. То есть мы его уже со своей стороны направим. Там, вот это надо сделать. Но если, как я уже сказал, у нас есть Инстаграм, у нас там запрещен в России, да, еще что-то есть, там какие-то соцсети, вот посмотрите. А где ваш цех находится? А где ваш шоу? Ну там сейчас ремонт, и тут все понятно. То есть мы можем на самом деле взять и приехать в любой момент с моим там сотрудникам, которые занимаются отбором в шоурум, они ездят, действительно, если они правда, вот они видят какую-то фишку, им хочется посмотреть больше, чем, например, привезли на эту встречу. Они спокойно, они договариваются об этой встрече, выезжают в шоурум, смотрят, посоветуют. Ну, то есть быть готовым принять гостей не в гостиничном номере. Совершенно верно, чтобы вообще увидеть, чтобы мы увидели, насколько с той стороны они готовы вообще к операционной даже деятельности, потому что от того, как организовано пространство, где они содержат свой продукт, но уже отношение к ним складываем, определенное мнение не складывается. Да. Краснодар мы не поедем, но в основном к нам прилетают. Нет, ну конечно. Я на самом деле, я по России-то как бы езжу. Мы вот сейчас были в Екатеринбурге, в Уфе, в Барнауле, в Ростове регулярно. То есть мне не трудно. У меня вот сейчас будет в субботу встреча в Ставрополе, просто позавчера я вообще из Ставрополя. Написал бренд, вот на ставропольский бренд, думаю, интересно. Вот мы стоим в таком стадионе. Да, я говорю, я там приду просто. Я сейчас буду, то есть на выходных я буду встану. Скажи, что еще мне взять с собой, понимаешь? Я нервничаю. Хочу понравиться, хочу, чтобы... Во-первых, не нужно нервничать, это, наверное... Подожди, я в молодой брак, я в любом случае нервничаю, понимаешь? То есть я хочу поразить тебя самое сердечко сейчас. Зачем меня-то поражать самое сердечко? Я с тобой встречаюсь, прости. Товар, в первую очередь, информацию о бренде. Если есть, например, в ноутбуке какие-то материалы, которые можно посмотреть, ну, там, со съемок, бэкстейджа, еще что-то, это тоже интересно бывает. Что важно? Создать ощущение, впечатление для нас, что вы действительно этим занимаетесь, у вас команда, а не один человек этим занимается, что
что у вас есть стратегия, что есть понимание, к чему вы хотите прийти через полгода, у вас есть бизнес-план, у вас есть там инвестиции, вы хотите зарабатывать столько, есть понимание, сколько надо товара иметь в корме, чтобы зарабатывать условно 6 миллионов, и к чему вы хотите прийти. Если вы это все озвучиваете на встрече, не, то есть не мы вас спрашиваем, да, а какие у вас планы. То есть мы хотим на этой площадке зарабатывать минимум 4 миллиона товарооборотов в месяц. Для этого у нас есть столько-то товара, какие-то категории, есть возможность быстрого отшива, мы не закупаем там, то у нас логистика отлажена. То есть мы четко понимаем, что в любой ситуации у человека в голове есть схемы, как они быстро подстроятся под любые обстоятельства. А ты валишь вопросиками, серия, какая у вас стратегия развития на 2024 год? Нет, такими на самом деле я не валю, это делают маркетологи. Это иллюзия, да? Это маркетологи делают. В нашей жизни планировать так. А 2024 год планировать я бы не стал, да, я бы хотел 2023 планировать. Вот у нас сейчас несколько открытий, я думаю, кому... Да, добавишь микрофон, как тебя поразить то же самое сердечко, потому что путь к кольному сердцу мы уже поняли. Это главный продукт лицом, говорит Николай, да, а там разберемся. Примерно такой же, на самом деле, нет отличий, да. Очевидно, что есть уже те, кто начал что-то делать, есть те, кто только там стремится начать, да, у меня есть близкая подруга, у которой производство в Москве, да, она видит там практически, ну, особенно прошлый год он побил, наверное, рекорды, да, к ней постоянно приходили люди, говорили, что вот, у меня есть деньги, да, я хочу бренд, сделайте мне бренд, да, отшейте мне то-то, 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 то-то. Ну, вот, наверное, такого рода историю, да, ее тоже можно рассматривать, но опять же у вас должна быть команда, да. Да, окей, есть деньги, нет идеи какой-то, да, это должен создать кто-то, но должна быть команда. На самом деле, это, я сказала эту фразу, нужно относиться к этому как к бизнесу. Это не хобби, да, это не развлекуха, это бизнес. Точно, любой бизнес должен приносить деньги. Все, ну, как бы романтику откидываем, да, он должен быть коммерческим. Объективно. Мой бизнес должен быть коммерческим, потому что я деньги, мне деньги не дал кто-то просто так, мне нужно будет их вернуть, да. И ваш бизнес должен быть коммерческим, чтобы мой бизнес был коммерческим, да. Вот, очень просто. Как раз на вопрос отвечаешь, что нужно еще подготовить. Мы спрашиваем концентрационные вопросы, которые, я думаю, всех волнуют. Все знают, что такое маркировка, да, то есть она, это неизбывная история, мы не можем ее обойти, там, забыть, понять. То есть в регионах, да, в регионах люди говорят, маркировка, а что это? А что такое маркировка? Маркировка это обязательно, ну, как бы, есть уголовная ответственность, если у вас там на складе товар более, там, допустим, чем на 500 тысяч рублей, на маркировку, у вас уголовная ответственность, серьезно? Я говорю, уже 3 года как, да, ну, то есть есть, но... Это верхняя одежда, ну, то есть это обувь, верхняя одежда, парфюмерия, это, господи, дай бог памяти. Я, кстати, был просто недавно в Дубэпе, я сидел, отвечал на эти вопросы, потому что они нашли какую-то вещь у нас там, как они сказали, нашли какую-то вещь в Трантайленде без маркировки. Говорят, вы знаете, что у вас все нижнее белье без маркировки, говорят, да, потому что оно не маркируется. Вот, ну, в общем, такие были вопросы. И, естественно, так как я в компании Гендир, да, то есть это как, ну, понимаете, да, что если вдруг один из партнеров решит, что он там без маркировки эту вещь носит в зал и какая-то проверка, то уголовной ответственности нет. Поэтому, естественно, мы об этом спрашиваем на встречах. Есть ли готовность у бренда к тому, что будут технические вопросы, их будет много, особенно 1С, да, то есть не нужно этого бояться. Если вдруг вы чего-то не знаете, это не проблема. Огромное количество компаний, которые уже за абсолютно вменяемые деньги делают маркировку, настраивают 1С, обмен, отчеты все ваши актуализируют. Действительно, это все нужно. Если не знаете, просто спросите на встрече. Вот мы знаем, что это нужно, но если у вас есть кто-то, посоветуйте. Мы вам просто посоветуем людей, которые это уже очень много раз делали. В этом нет никаких проблем. Но очень часто возникает паника, что я ничего не знаю. А как сертифицировать? А как то? Как бы, ну, есть специальные компании по сертификации, маркировке. Это как раз к вопросу об операционке. Без нее, естественно, мы не можем представить ваш продукт в торговом зале. Да, у меня еще дополнительный вопрос, тоже к этому же относится. Например, когда мы
беседовали с Ломодой на подкасте тоже на предмет, как туда попасть. Это второй вопрос. Первый вопрос, как попасть в Трендайм, а второй вопрос, как попасть на Ломоду. Два самых актуальных, наверное. И там тоже мы ряд критериев озвучивали, и один из них — это была публичность бренда. Насколько, ну, например, для Ломоды важно, чтобы у бренда были там, например, какие-то публикации в прессе, чтобы у них было определенное количество подписчиков в соцсетях. Насколько важно это для Ундермага, для офлайн формата, вообще активность бренда в маркетинге и в пиаре? Очень важно, безусловно. Но я могу так сказать, мы смотрим новые марки, маленькие, да, которые только-только начинают. Тут вопрос, можно иметь огромное количество подписчиков в соцсетях и не работать с этим, да, а можно, не знаю, быть начинающим брендом, понятно, что с достаточно скромным количеством подписчиков, но видна работа, как люди пытаются взаимодействовать, делать те же коллаборации, да, потому что, понятно, сейчас через... Раньше Инстаграм, та самая запрещенная, да, соцсеть, она давала возможности достаточно быстро развивать аудиторию. Сейчас нет платной рекламы в Инстаграме, да, и, по сути, это рилсы или там работа со стилистами, или это какие-то совместные истории там с брендами, которые близки по духу, да, те самые коллаборации, это тоже уже слово такое набило оскомину, но там, тем не менее, эти партнерские проекты — это то, через что можно развиваться, и это надо делать, да, это очень важно, да, но при этом важно быть все время в поиске, то есть на самом деле, ну, там, я всегда исходила из того, что надо искать, надо, мы достаточно мало брендов брали из тех, кто приходили сами. Честно могу сказать, да, отмечали те, кто действительно достоин внимания, как нам казалось, да, но по большому счету искали сами, то есть это постоянный ресерч. Меня в моих там Excel-таблицах где-то порядка 1500 брендов в разных категориях российских, да, они из разных городов, не только Москва, естественно, сейчас особенно, ну, за последние годы есть очень сильные бренды из других городов, тот же Екатеринбург, например, да, понятно, у нас сейчас, наверное, несколько брендов на слуху, да, Толстори, Сушатава, не знаю, Сям-Сям был, но они, по-моему, закрылись, к сожалению, хотя был интересный бренд. Есть еще ряд брендов, которые там в Якате, из Яката выросли, да. Ну, то есть из региональных городов тоже приходят очень талантливые ребята, и они порой в Москву, там, скажем так, боятся выходить, да, мы сами их вытаскиваем, и это нормально. Вот, поэтому важно быть активными в социальных сетях, но это там не единственный критерий. Я поддержу полностью. Для примера, Универмаг в авиапарке существует уже 7-й год. У нас за это время была альфа-индустрия, на Папире, Космотека, Суперстеп. Ну, за это время они стояли. Это были суперскромные показатели. Известнейшие бренды. И при этом те бренды, которые совершенно вот российского производства, с нуля вот они там вкладывали, они у нас всегда в топе. Ну, это вот отвечая на вопрос. Это связано с тем, что очень часто у известных брендов, у них отдельные магазины, и они не привыкли работать на потоке Универмага, да, то есть это нужно, это просто иная модель, которую они просто не готовы. Если у них получалось перестроиться, например, как у Grand John Orchestra, да, то есть они понимают, что есть отдельный магазин на Никитсе, там называли, да, есть формат в Цветном, насколько я знаю, они сейчас стоят, есть, то есть они у нас стоят в Сантайлде, они посмотрели, как это работает, перестроились, и смогли. При этом это как бы, ну, это очень известный бренд. Но, например, Крокотау, который стоит рядом, он там работает лучше, наверное, да, потому что это опять же к вопросу об остатках, о том, что все в срок. Еще, кстати, очень важный момент, как правильно работает, это человек про операционку. Не забывайте про сезонность. Есть сезонная горка, ее никто не отменял. В Москве она определенная, она не меняется никогда. В конце августа должны быть пре-коллекции. Не в середине сентября, не в конце октября. И так, на вопрос, а когда будут пуховики? Ну, мы ждем 20 октября. Я, кому они нужны? Ну, в ноябре еще продаются там на Black Friday, и все. То есть 20 августа уже все должно быть. К сожалению, вот первые годы в Трендайлинге, я помню, мы открылись в 16 году, мы открылись 23 июля, и вот эта вся история, что вот, проект новый, 23 июля, это по сути это уже август.
И вот мы зашли в сентябрь с платьями, с сарафанами, с какими-то шортами, и, конечно же, у нас спад продаж был очень ощутимый. Только в октябре мы поняли, что, в общем, сейчас, когда они все привезли, мы увидели запрос продаж. И дальше мы, в том числе с Чайкой, мы говорили: Миш, вложи сейчас пуховики в следующий год, чтобы у тебя все было в сентябре уже завешено этими пуховиками, которые были дико популярны тогда. Он тогда нас послушал, действительно это сделал, и там X, по-моему, 5 у него случился, потому что действительно он привез в срок необходимый товар. Вот этого, к сожалению, не происходит. И то есть для многих одна неделя – это ничего, это очень много. Просто неделя в ритейле – это вот, например, если начинается сезон, ну это, блин… Это основной трафик, то есть люди четко возвращаются в конце августа отовсюду. Сначала школа, все ходили и пошли. И пошли покупать. В сентябре они покупают за полную стоимость. А в октябре мы все знаем, что мы живем на mid-season sale, чтобы как-то простимулировать. В ноябре Black Friday. Все ждут его, и числа с 10 ноября продажи везде падают. Просто вот так. Все ждут этот период. И для вас, ну, то есть для предпринимателей, которые начинают, вы должны эту горку у себя на стене повесить, что вот в эти даты все должно быть, чтобы ожидания по оборотам, по товарообороту, они совпадали с реальностью. Потому что вот эта реальность, она не меняется. Я еще в ЦУМе работал продавцом лет, мне кажется, 20 назад. Вот. И там то же самое. В конце августа Монтверзо, то есть они привозили пуховики. Мы их продавали в конце августа. Пуховики в конце августа продаются. Это я вам серьезно говорю. Это правда. Тем более SXS размеры, которые жгучены, их мало всегда. Они скупаются в первую очередь. Собственно, почему российский ритейл там еще в 2013 году, да, я помню, мы там цветной в тот момент достаточно активно продавал уже российские бренды, и самая большая проблема была как раз сезонность производства коллекции в срок, а в цветном эти сезоны соблюдались очень жестко, то есть 1 сентября должен был быть убран абсолютно весь сейл, да, ни одного рейва. А на тот момент это прям должно было быть идеально. 1 сентября, 1 марта, это 1 сентября это осень-зима, 1 марта это весна-лето, да, все сейловое убиралось. И очевидно, международные бренды это соблюдали, ну, просто как часы, да. А российские бренды позволяли себе порой производить совершенно не в срок, подводили и нас на тот момент. Вот. Но, естественно, с течением времени научились к этому относиться щепетильно, и, собственно, успех добиваются те, кто соблюдает ту самую сезонность. Сейчас, наверное, сезоны немножко съехали, бывает такое, но лучше производить все-таки в срок, коль прав. У меня еще дополнительный вопрос по внутренней работе в брендовом универмаге, да? Потому что уже упоминались бренды, которые, ну, например, в Тендерленде хедлайнеры, да, это даже Чайка. Я, например, вот не знала, что Чайка это ваш хедлайнер, но я как бы постоянный посетитель Тендерленда, я прям для себя их выделяю всегда, просто вот как обычный покупатель. Не знаю почему, да, вот открою какой-нибудь секрет, чтобы все потом еще пошли посмотрели, как работает Чайка, нужен ли, например, отдельный продавец, всем ли нужен отдельный продавец, то есть получается, что у тебя там задействована какая-то еще одна рабочая единица, там нужно платить и так далее, как вообще это устроено? Может ли бренд работать без продавца, влияет ли это? Отвечу витиевато. То есть, что такое в универмаге Корнер? Это проекция мыслей его создателя. То есть, если в голове куча разных мыслей, надо и юбки, и шорты, и закупить это. И они вешают, и ты смотришь реально, что все висит, и ты понимаешь, что этот человек, это же чьи-то мысли. Ну, то есть, изначально это чьи-то мысли. А как думает Чайка? Они не целятся в вот прям вот все не покрывают. Они понимают, что они база, у них цвета базовые, что у них развеска должна быть такая, чтобы клиент мог подойти и увидеть их вещи. Поэтому она очень разряжена, разреженная. Нет этой вот прям плотности. Обратите внимание на развеску Физа, Чайки, Гейта. Это у нас в рейтинге Гейта на первом месте, на втором Чайка, на третьем Физ. Ну, как бы все очень просто. При этом площадь не сильно там.
если брать на квадратный метр, то там плюс-минус такая же картина. Они понимают, что, надо, что как бы не стоит целиться во все сразу. Это к тому, что когда я вам начал на вопрос предыдущий и сказал про то, что нужно понимать, для кого вы делаете продукт, что конкретно вы хотите производить. Может, у вас будет, например, у Крокота классные куртки, технологичные, да, вот они производят, их там 15 моделей, 20 и обороты многомиллионные, шью. То же самое. Ну, то есть нет ничего лишнего. И клиенту, когда он заходит в универмаг, то есть я понимаю, что бренд видит себя как вот, вот он, допустим, вот это мой рейл, это мой рейл, а это уже не мой рейл. И вот это вот мое, и вот оно вот так. Все. А клиент видит не так. Он заходит и видит просто 100 тысяч рейлов. И он просто, ну как бы для него это все одна масса вещей. Когда он видит чистоту развески, где он понимает, что вот в этом вот островке то, что ему нужно. Вы зашли в чайку, вы для себя ее отметили. Все понятно. Цвета, модели. И, то есть оно все висит. То есть таким образом, это к вопросу о мерчендайзинге, что все цепляется одно за другое. Выбрали одну вещь, тут же вторая. Вот. Мы выбрали вторую, аксессуар какой-то, третий и так далее, и так далее. И все оно складывается. И ребята на протяжении многих лет, вот я Лизу и Мишу знаю с 2016 года. Вот. Мы с ними очень дружим, и как бы я просто понимаю, как они этим живут, они этим горят. То есть, а мы в Корее, а мы там, а мы тут, а мы выбираем ткань, а мы здесь. Они все время в поиске лучших каких-то решений для своих клиентов. Ну, с точки зрения, не знаю, с точки зрения денег, я думаю, вы всегда общаетесь с Мишей, понимаете, насколько там все, там всегда все посчитано, там никогда нет никаких лишних. А давайте вот это, а давайте вот там всегда все четко. С Мишей вообще бесполезно торговаться, я вам так скажу. Он кого хочет, чтобы торгуется. Вот. И это на самом деле уровень. И это ответ, почему на втором месте на протяжении стольких лет. Лет они вообще не спускаются. На седьмой год работы они всегда в топе. Это говорит о том, что люди четко понимают, что они делают. И другой момент. Например, у другого комитета не получаются продажи, там они упали, и вот он сейчас постоянно, а у кого лучше? А у кого что продается? И пошли смотреть. Это правда так. А вот у этих продаются платья такие, им нам нужны такие платья. И продавцы идут к своим там менеджерам, это вообще меня убивает. А вот у них продаются эти платья. Давайте я тащу. И появляются через месяц такие точно платья на просьбе. Потом мы встречаемся с этими брендами и начинаем разбираться, почему вы в одном и том же универмаге представили из одной и той же ткани. А они отличаются. Я говорю, чем тут оборочки не нужны. Серьезно, в этом все отличие. Вот этого делать не нужно просто. Нужно понимать, кто вы, отстроиться от всех, просто увидеть направление свое собственное, вектор и в него целиться. Продавцы однозначно, если вы хотите высокие продажи, должны быть свои. Если это бренд полноценный, с большим количеством товаров, это корнер, там, на 60 метров, 50, то ни о какой реализации речи быть не может. Реализация — это корнер, условно, в Трентайленде порядка 200 метров, в котором сейчас около 60 брендов, ну, то есть они висят достаточно плотно, то есть мы выбираем продукты. То есть в этом случае этот проект внутри Трентайленда для того, чтобы универмаг попробовал, скажем так, игроков новых увидеть, да, потенциал. Если там, допустим, продажи с рейла в месяц 300 тысяч рублей, ну, очевидно, что надо расширять. Коль, ты так органично подошел к разным форматам, да, работы именно с селлерами, да, скажи, пожалуйста, вот прям конкретно с цифрами, сколько стоит у вас быть на комиссии, сколько стоит быть там комиссии в формате рейла, то есть вообще какие существуют форматы, потому что сейчас есть некая путаница, вот в тот момент она появилась, да, когда вы стали их разделять. Два формата, да, но на самом деле там нет никакой путаницы, никогда ее не было, их всего два. Один формат — это комиссия, когда, ну, комиссия, называем ее, вообще это как. То есть, по сути, почти как аренда. Это 50%? Нет, это когда продавец от бренда, это комиссия называется. То есть мы выделяем для партнера периметр, в котором партнер организовывает свою коммерческую деятельность со своим продавцом под нашим контролем. То есть есть их продавец, там, их продавцы, желательно, они один продавец. Вот, соответственно, если мы говорим про такой формат, то у нас вознаграждение комиссионное около, скажем так, от 25 до 30%, в зависимости от силы бренда. В основном, если брать про условия базовые, то это уже, конечно, 30%. Какие условия?
30% на комиссии, когда продавец от товарооборота, когда продавец от бренда. И депозит. Депозит вносится, но это условия авиапарка, безусловно, да. Но он возвращается всегда, мы еще никого не удерживаем. В каком размере сейчас депозит? Так же, как и был 360 СНДС, да. И вторая схема? Вторая схема – это реализация. Мы берем товар на реализацию под собственную ответственность с нашими продавцами, с нашими заведующими складом. Здесь уже комиссия 50% от товарооборота, соответственно, вот, то есть без депозита уже, мы депозиты берем в этом случае. Но ответственность вся за товар наша, продавцы наши за склад, собственно, то есть прием с нашей стороны, отпаривание с нашей стороны, охрана, уборка, так же. Да, мы сейчас говорим вот конкретно, да, про авиапарк, и я бы хотела Ирине задать как раз вопрос. А, то же самое, да? По реализации комиссия может быть, опять же, от 45 до 50, может быть, иногда чуть меньше, опять же, все зависит от силы бренда, от его стоимости в рознице, потому что есть, например, премиальные бренды, которые отшивают, то есть там из супердорогих тканей, они не делают супер там высокую наценку, дабы просто быть востребованными, да, мы идем навстречу, если бренд нравится, если мы понимаем, что он будет продаваться, мы идем навстречу, делаем чуть меньше комиссию, но пробуем его, да. И опять же, правильно Коля сказал, это хорошая возможность потестить бренд, если на него есть спрос, и он продается явно хорошо даже там в том маленьком количестве, в котором он представлен, очевидно, надо расширяться, да, и делать корнер. Вот. Опять же, там есть еще формат поп-апов, там мы в Цветном его когда-то завели. На самом деле это очень классная история и для покупателей, для привлечения, да, и для того, чтобы попробовать бренд в краткосрочном там периоде, как он работает. Вот. Но там условия, как правильно, фиксированная аренда, потому что, опять же, мы даем площадь, которая могла бы зарабатывать, да, идем на определенные риски, от бренда, ну, также рассчитываем тех же самых определенных рисков. Вот. Что еще? В принципе, на самом деле условия практически у всех идентичны. У всех форматов, вот, которые сейчас в рынке есть, они плюс-минус. Ну, слушай, рейл сдать в смысле с продавцом рейл? Или как? Вот такого нет. Потому что это место начинается, да, это прежде всего твое лицо, твоя картинка. На самом деле продажи зависят еще и от того, как управляет сам проект, да, как он ведет операционные процессы внутри, маркетинговые, и там картинка, которую видит покупатель, общая картинка, она должна быть на уровне, да, это то самое слово, которое решает, как я считаю, атмосфера, да, когда ты попадаешь в то или иное пространство, и оно тебя либо цепляет, либо тебе в нем комфортно, и тебе хочется остаться, либо тебе хочется побыстрее уйти, да, на это влияет очень много факторов, да, и внешнее, понятно, какое-то визуальное отделка, но и там свет, те же примерочные мы любим, да, говорить, что это то место, где принимается решение о покупке, да, и там должно быть комфортно, уютно, и отражение в зеркале желательно должно быть, ну, в каком-то правильном свете, а не в холодном мертвецком, как иногда бывает в некоторых магазинах, из которых сразу хочется убежать. Даже примерочных магазинов и вижу освещение холодное на себе. То есть, ну, я вообще хочу тут уйти сразу же. Ты не будешь привлекать. Я не девушка, да, там условно, у меня нет этих там комплексов или что-то еще. Прям такого отношения к себе, да, там. Но я понимаю, что это что для девушек это супер важно, чтобы они себя видели в нормальном освещении, чтобы не было мешков под глазами. Они у нас не живут в Москве, то есть это есть у всех. Да, 9 месяцев не самая лучшая погода. Да, ну то есть нужно, конечно, обеспечить комфорт примерочно, чтобы освещение было правильно, это не так трудно сделать, но мы как бы видим, что это понимают далеко не все. Но это тоже про универмаг, потому что мне кажется, что когда ты работаешь с таким большим количеством брендов, которые должны, каждый из них должен выглядеть хорошо, да, это тоже, опять же, история про то, как сделать пространство правильным, эффективным. Это большая наука, на самом деле. Можно отдельную тему посвятить. Да, это вообще это отдельная большая тема, особенно освещение, лайфхак. Кто, допустим, этим занимается, можете взять телефон и так просто, то есть навести, то есть камеру на освещение.
освещение. Если будет мерцание, то нужно, то как бы это очень плохое освещение, уровень кринь очень низкий. Соответственно, вы этого не видите глазами, но ощущаете дискомфорт. Очень быстро оттуда как бы уйдете, но этого не видно глазами. Просто этих фишек очень много, на самом деле, как создать комфорт внутри такого пространства. Очевидно, мы вот сейчас за время этой беседы влюбились в формат Нирмага, нам все очень нравится, все супер комфортно, а вот поэтому хочу задать вопрос, что Нирмаг не дает бренду, да, то есть где, да, что не может сделать для бренда, потому что, казалось бы, все, и продажи, и продавцов, мы и научный, и классный свет. Мы не можем развиться, бренд и бренд, вот, наверное, это первое, мы можем поддержать, мы можем подсветить, мы можем дать возможность, то есть представить продукт на большом трафике, это правда. Можем, но мы не можем за бренд и бренд делать. К сожалению, очень часто вот есть такие претензии, да, что вот мы там отгружаем товар и т.д. Но при этом, то есть продавец он как бы есть, но его как бы нет. То есть с ним никто не работает. Вот сейчас, например, Trendline последний год, с прошлого года я прям ушел в сервис, мы взяли отдельного человека на обучение, проходят регулярные эти тренинги, просто еженедельно, регулярные проверки со стороны покупателей тайных. Слава Богу, сейчас уже подтянулся этот процент, раньше он был там около 70, это очень много моментов. Это к тому, что мы не можем дать, мы можем контролировать и просто показывать партнеру, что вот здесь у тебя пробелы, устрани их, пожалуйста. Но если мы видим, что этого не происходит, то мы этого не можем дать. Если человек не хочет развиваться, не хочет как бы этим заниматься брендом с вами, то мы не можем за него это делать. Мы можем ему дать время, но ограниченное, на то, чтобы он справился, наверное, все. А так-то, конечно, если мы находимся в синергии, мы вкладываемся в бренд, он вкладывается в универмаг, то тогда любовь, все отлично. Это как и в жизни, да, абсолютно те же законы действуют. Должна быть синергия в работе, и тогда будет хороший результат. Я абсолютно согласна с тем, что ты сказал. Сделать бизнес за другого человека – это невозможно. Можно направить, можно подсказать что-то, потому что много аналитики у нас там. Мы видим каждый день порой, там, например, не знаю, собственники бренда не приезжают каждый день, да? Мы видим каждый день работу консультанта или там работу операционную, там поставки какие-то. Мы можем подсказать, но опять же это не должно превращаться в такую, по сути, регулярную работу, когда ты выполняешь, даже не помогаешь, а когда ты, по сути, ведешь операционную работу за бренд. Да? Вот так точно не получится. Мне кажется, что отличное завершение, потому что важная мысль, да, сейчас прозвучала, что каждый должен заниматься своим делом, быть на своем месте, что бренд, да, делать классный, крутой продукт, креативные концепции, да, то, что самое сердце поражает наших покупателей и представляет это правильным образом. Универмаг – это та площадка, которая в синергии с брендом предоставляет все возможности бренда зарабатывать, покупателей выбирать, и это все классно, комфортно. А да, кстати, для многих молодых брендов это еще действительно дорога, да, к чему-то большему. И, на мой взгляд, так и должно быть, и развиваться вот в таком именно синергичном ключе. Да, и в завершение, наверное, хотелось бы, чтобы ребята поделились. Ну, то есть мы много говорили сейчас и про Trendline, естественно, и про Remark. Коль, еще расскажи, пожалуйста, про телеграфы, да, то есть куда еще можно пойти. И Ира, тоже расскажи, пожалуйста, про планы Remark ближайшие, может быть, про Петербург. Ну да, про то, что возможно, да, чтобы да, смотреть... было понимание, да, что вот у нас нет, у нас только цветной, только Trendline и Remark, там, на этот счет. Я, наверное, со своей стороны расскажу про телеграфы. Телеграфов на сегодняшний день 4, но те, которые в Москве, один из них в Ростове-на-Дону находится. В Ростове-на-Дону он открылся в 2019 году, он уже довольно успешен, он раскачался и действительно показывает цифры. В Сокольниках мы открыли телеграф в 2021 году. Наверное, это лучшая площадка на сегодняшний день из телеграфов, потому что она правда торгует, и мы видим цифры, которые регулярно растут. Я очень этому рад, потому что команда, там прям работа такая была, там, то есть проделана со всех сторон, со стороны торгового центра и с нашей стороны. Афимол Сити, Зеленопарк, Аутлет Рига,
аутлета Рига. И, соответственно, мы сейчас рассматриваем, мы уже подписали договор с ботаникой. Ботаника строится в ботаническом саду, там огромный кластер застраивается сейчас жилой, и в том числе торговый центр, в котором будет универмаг, телеграф, и он будет очень красивый. Как раз сегодня в 4 часа мы защищаем концепцию вместе с собственником. Да. Мы смотрим, на самом деле, очень осторожно в регион. Я лично, потому что у меня есть проект в Ростове, мне пока достаточно одного, потому что я туда езжу каждые 2 недели, летаю смотреть, там, да, что происходит. Я понимаю, что все-таки чек средний в универмаге – это не масс-маркет. Но все понимают, что это сейчас уже там 10-11 тысяч рублей. Мы находимся в Москве, здесь своя, конечно, там, история. Парадигма, мы видим потребление московское, прям вот я ответственно заявляю, такого потребления, как в Москве, в России, больше нет нигде. Но есть какие-то места в городах, где да, есть люди, которые там одеваются и тратят, но это какие-то скорее исключения. Поэтому надо понимать, что для того, чтобы в регионах создать какую-то интересную штуку такую же, нужно туда ехать жить, что, собственно, я сделал в 2019 году, полтора года я там осел. Раз там пандемия началась, мы все не любим, но при этом все получилось, но это прям усилий, ну, там как бы со стороны тех, кто этот проект запускает, усилий невероятно нужно приложить, чтобы он прижился, потому что для регионов все-таки формат универмага, он новый, то есть их не так много. Есть Екатеринбург, там, но он как бы очень современный город, там есть универмаг большой, ребята очень сильные, его раскачивают, обожают ребят, мы с ними дружим, общаемся, много лет. Но это скорее вот исключение, да? Опять же, начинался тоже, как и любой проект. Да, все постепенно, да. Раскачивали. Так же, как и Трентайл, вы говорите, вот он у всех на слуху. То есть, поверьте мне, в 16 году так не было, и в 17 году так не было. Даже в 18 году так не было. То есть, это большая работа, которая была проделана. А о развитии еще, ну, то есть, мы смотрим площадки, но, честно говоря, кто вот знает, кто, может быть, общается с девелоперами. На сегодняшний день все площадки, которые освобождались в прошлом году, уже все занято. Из таких основных торговых центров есть, конечно, исключения, но вот, например, те, куда мне хотелось пойти, это Атриум, Павелецкая Плаза, они все уже сданы, то есть там ничего нет. Искать площадку где-то вдали, где-то там в каких-нибудь там Химках или Балашихе, мы получаем это предложение каждый день от региональных торговых центров, от подмосковных торговых центров. Но вопрос к готовности, как Ира сказала очень правильно, Москва, вся Россия, это смотрит, что просто по районам. Где есть деньги, где нет денег. Где их нет, но там можно попробовать открыться и делать постоянный рост энергетический, чтобы импульс был, чтобы он жил хоть как-то. Но так, чтобы он открылся и просто пошли продажи сразу, этого нет. А там, где это было бы возможно, там сейчас уже стоит Лайм, все называется. Лайм. Глория. Да, и Глория Джинс, которая заняла все. Мне кажется, что можно было занять в этой стране. Не знаю, зачем. Конечно, да. На самом деле, по сути, там весь последний год я превратилась, по сути, в того ритейлера, да, который ходит, встречается с разными девелоперами. Там, до 2013 года я работала в девелопменте, по сути, я выросла в девелопменте, поэтому мне немножко проще, я знаю те законы, которые работают в этом бизнесе. Понятно, что все крупные торговые центры под банками, и у них есть очень четкие, скажем так, рент-ролл, которым они должны соответствовать. Но последний год он, наверное, побил рекорд, я бы так сказала, потому что когда уходили международные бренды, казалось, что локаций очень много, да, почти в каждом торговом центре у нас был Inditex, H&M, Uniqlo, и, в общем-то, было из чего выбрать, еще помельче, да, в общем-то, казалось, есть из чего выбрать, да. По факту оказалось, что выбрать особо не из чего, а торговые центры идут по тому же простому пути, создают кальку друг с друга, да. То, что вот я сейчас вижу, это
есть Авиапарк, как, наверное, один из самых успешных торговых центров в Москве, да, который не упал так критично по трафику, как другие. Все остальные торговые центры упали. И, по сути, то, что делают сейчас девелоперы, они не создают добавочной стоимости для того, чтобы туда прийти, потому что на мой скромный экспертный, скажем так, экспертное заключение, у нас нет емкости рынка для Глории в таком количестве или Лайма в таком количестве. Тот же там, не знаю, замена Зары, МАК, который открылся, ну, это не то, что мы видели в Заре. Да, и там нужно будет посмотреть в парадигме там пары лет, да, что случится с торговым. Да, первый год покажет, потому что те ставки, по которым сейчас подписываются вышеобозначенные партнеры, ну, как бы они не соответствуют, боюсь, экономике бизнеса. Вот. Формат универмага, он не может платить выше определенной ставки, иначе это уже, в общем, перестает быть бизнесом для тех, кто его делает. Опять же, есть определенные требования к локации, к формату площадки, да, это площадь от 1500 квадратных метров, там есть примеры с меньшей площадью, но там действительно эффективности можно добиться все-таки от, я скажу обязательно, да. Я просто так срез по рынку даю, да? Вот. А что касается развития моего проекта, мы очень долго с партнерами внутри обсуждали, что же делать с учетом той ситуации, которая сложилась, да? Занять какие-то интересные локации нет возможности. Мой формат, я не готова подниматься выше первого этажа, то есть я хочу работать либо на первом, либо с присутствием на первом и на втором этаже, и это прям четкий критерий, я не хочу идти ни на третий, никуда, скажем так, в какую-то тьму таракань, оттуда пытаться что-то делать. Вот. Это топовые локации должны быть, потому что у меня есть бренды международные, которые, скажем так, в принципе не готовы рассматривать присутствие даже сейчас в нынешних обстоятельствах на других этажах. Вот. И, в общем-то, мы решили в связи с этим идти не в торговый центр. Площадка следующая, я пока не могу сказать, где она откроется, но она будет в стритовой локации в центре города, в Москве. Да? И, безусловно, мы чуть-чуть подождем, что будет происходить с галереями в торговых центрах в течение года. Я думаю, что из-под кого-нибудь подхватим. Ставки мы готовы платить, вот, но рыночные ставки, а не те, которые сейчас перегреты. И по поводу регионального развития, абсолютно Холли прав. У меня в свое время еще, когда я работала в Цветном, у нас была стратегия развития, которую никак не удавалось согласовать с вышестоящими людьми, но и для команды была всегда задачка, да, как открыть проект в другом городе, как то же самое качество дать там, да, то есть это надо взять и выселиться туда на какое-то время, да, перед открытием, ну, как минимум 3-4 месяца точно, да. Поэтому это действительно вопрос. Мы будем открывать проект в Питере, тоже в стритовой локации, в начале следующего года. Там будет большой проект, почти 5500 квадратных метров. И вот мы, в общем-то, наверное, научимся за это время работать на два города. Вот. Но это точно будет своя команда в Питере. Безусловно, мы будем ее контролировать, курировать, пестовать, не знаю, обучать и прочее, но там будет своя команда. Вот. Слушайте, план, мне кажется, отличный, и главное, что он есть, самое важное, да, и это говорит стратегия. Стратегия, да, есть наличие, это говорит о том, что российский ритейл развивается, и мы видим как, и чьими руками в том числе это происходит, и эти руки, между прочим, наши общие. Вот, поэтому, друзья, месяц синергии, зарабатываем больше. Делаем проекты с душой, пожалуйста, потому что бизнес, но вот эта энергия и душа, которую вкладывают и мы, и люди, которые работают вместе с нами, вот это не создашь ни за какие деньги, я серьезно. И люди это считывают на... Это та самая магия. Спасибо вам с Колей за наши горящие глаза уже. Сейчас переварить и уложить, и понять вообще, как жить теперь дальше с этим.
нами. Спасибо. Спасибо вам огромное. И вам за то, что пришли. Мы можем продолжить общение, доесть несъеденное и выпить тоже немножечко. Да. И, соответственно, мы сейчас даем вам наших спикеров, чтобы вы задали 3 вопросика, и потом мы отпустим их. Спасибо вам большое, очень интересно. Меня зовут Катя, у меня бренд под названием Тея. У меня 2 вопроса. Первый. Очень много вы рассказали про требования к брендам. Все, в общем-то, понятно. Интересно уточнить у вас, что площадка делает для конечного потребителя. Например, я думаю, что многие со мной согласятся, кто был в Trend Island. Я как клиент прихожу, и я просто теряюсь в этом многообразии, если я не иду в конкретный бренд. Если я пришла, например, за юбкой, как мне его выбрать? А если я вообще не знаю, зачем я пришла, то шансов вообще нет. Женщины, они такие, лучше ничего выбирать не буду, развернусь и уйду. Что универмаг делает для помощи клиенту, конечному потребителю? И второй вопрос, как бренду, который работает по системе реализации с вами, увеличить, улучшить свои показатели? С Корнером все понятно, крутой продавец, классное оформление, с развитием собственной розницы, вообще не розницы, бренда, да, вложение в маркетинг, все понятно. А именно в рамках универмага есть ли какие-то лайфхаки для бренда, который только вступил на эту тропу, выделиться и увеличить продажи, обороты и все такое? Да нет, я думаю, что для всех. Спасибо. Что касается вашего вопроса первого, как выделиться на проекте в Корне. Мы на этой неделе, кто был в Trend Island на этой неделе, понимаете? Никто, да? Мы навигацию сделали, наконец-таки, теперь у нас все разбито по секторам, вы можете зайти в Trend Island, увидеть, во-первых, входы все пронумерованы, во-вторых, сезоны пронумерованы, на все, то есть они все обозначены определенной буквой с определенным подбором брендов, которые находятся в этом, то есть в этой зоне. Там, условно говоря, I, например, там F, и написано, ну, там, условно говоря, там Чайка, Филс, Гейт, 31, они находятся в этой зоне. И навигация внутри. Это первое, что мы сделали для того, чтобы вас выделить. Что мы обеспечиваем для брендов? Мы готовы идти на пока что бесплатные поп-ап зоны в центре. То, о чем я говорил сегодня, мы прям упрашиваем брендов, чтобы они это делали вместе с нами, потому что это действительно возможность представить продукт не только у себя в Корнере, но и где-то на пересечении потоков. Я так посмущаюсь, что год, когда я пришли с дизайн-мерчендайзером, делали обзор. Я так возмущаюсь, что очень мало кто выделяет себя, в принципе, там, с новогодними нарядами. Совершенно верно. Мы просим за... То есть вот если бы, например, таких, как было больше, партнеров, которые наоборот бы хотели выделяться, конечно, было бы здорово. Но, как я говорил, из 200, наверное, на сегодняшний день около 200 брендов работают с Trend Island. С Trend Island около, наверное, 15-20 активных, которые действительно, то есть, готовы что-то все время делать и там вступать с нами в коллаборации, в том числе совместно в поп-ап. Если у вас есть видео, ролики интересные, мы их размещаем совершенно бесплатно на экранах авиапарка 3. Эта реклама стоит обычно, знаете, сколько? Огромных денег. Мы это делаем совершенно бесплатно. Мы поддерживаем вас в социальных сетях. Если честно, я не верю в то, что это прям очень сильно работает, но рассылки, которые мы делаем, например, последние, наверное, 2-3 месяца, мы делаем рассылку по четвергам, по клиентам, то есть по имейлам, и она очень читабельная. Мы туда отправляем всю информацию за неделю, что произошло в Трантайме. То есть я даже читаю, потому что я получаю, мне интересно, что там у меня произошло за неделю. Вот. Это отдельно, сейчас я скажу об этом. У нас есть пул стилистов, их около 230 человек, они у нас находятся в чате. Что происходит для брендов? Мы по собственной инициативе запустили такую историю. Мы знакомимся со стилистами. Например, если у бренда есть желание, то есть показать стилистам обзор сделать для стилистов в лектории, мы для этого специально, то есть выделяем день, то есть букируем для этого лектории со стороны партнера комитета, там, допустим, кеттеринг какой-то легкий для этих стилистов. Они приходят, эти стилисты, которые одевают клиентов в Trend Island, это не просто стилисты, которые там делают, да, они приходят с клиентами, и
бренд рассказывает для этих людей, которых мы совершенно бесплатно на бренды собираем, то есть о коллекции, с подарками, там еще с чем-то. И после этого, естественно, у стилистов есть уже, то есть, представление о бренде, и когда они приходят в Тайланд, они идут туда, естественно, за товаром, потому что они знают уже, что это за платье, кто его создал, они познакомились с создательницей. Это абсолютно бесплатно делают для партнеров. Юль, есть что добавить? Да, есть, собственно, у нас пока такой наработанной базы нету, но работа со стилистами – это действительно то, что помогает. Да? Можно самостоятельно ее проводить, можно и, безусловно, пользоваться теми возможностями, которые дает универмаг, потому что у нас тоже есть, уже формируется пул стилистов, с которыми мы работаем, мы их называем друзьями бренда, да, и, в общем-то, они с большей охотой действительно начинают рассказывать своим клиентам, потому что когда есть информация у самого стилиста про бренд, да, или продавца того же, это всегда помогает. Что важно делать? Не все это делают. Когда бренд встает в универмаг, важно дать материалы, необходимые для продавца, особенно если это речь идет про реализацию. Лучше провести обучение, лучше приехать вот так же в зону, мы всегда выделим, рассказать, показать, что с чем сочетать, почему это так, какой-то сторителлинг – это то, что помогает. Вот. И можно, в принципе, рассматривать формат какой-то мотивации для стилиста. То есть, если там, например, сделает определенные продажи, ну, исходя из того количества там вещей, да, которые есть в корнере, то, соответственно, он получает какое-то поощрение от бренда, да, либо материальное, либо это какая-то вещь в подарок. То есть, тут уже разные механики существуют. Наверное, все. Да. Нет, тогда следующий вопрос. Здравствуйте. Мы сейчас находимся как раз на пути, на распутье, так сказать. У нас была небольшая сеть, развиваемся на собственные средства, никаких там инвесторов нет. Было 4 магазина, сейчас уже остается один. Буквально через месяц мы оставляем один магазин. И далее уже универмаги, а также хотим выйти на CPM. Вопрос такой, как вообще участие в CPM может повлиять на то, чтобы потом как-то правильно войти в универмаг? Ходят ли байеры, ну не байеры, а то отборщики универмагов по CPM или по каким-то другим специализированным выставкам в поисках новых брендов? Как бы насколько вот этот шаг нам может помочь? Конечно, хочется больше в регионы уйти, потому что у нас сама такая концепция, мы быстро сменяем эти свечи, потому что у нас свое производство в Москве. Вот. И сейчас вот такой период, когда мы не понимаем, что делать и как дальше развиваться. По поводу CPM, я могу так сказать, до определенного периода я, например, туда вообще не ходила, для меня это вообще была неопределяющая история. Но последний год, он, наверное, немножечко все-таки, ну, все растут, да, выставки тоже растут, и стараются находить какие-то новые варианты взаимодействия, да, с клиентом. Вот, потому что раньше я не понимала, для чего эта выставка вообще. Да, вот последняя выставка, я сама на ней была, и бренды были интересно представлены, да, поэтому, в общем-то, опять же, надо, отвечая на вопрос, надо четко понимать, какого результата вы хотите добиться, да, и, собственно, идти туда. На мой взгляд, если там про опыт говорить, про продажи именно в регионы, то все-таки, наверное, придется самостоятельно на первом этапе работать с теми мультибрендовыми магазинами. Я бы даже сказала, что универмаги там того типа, который мы представляем, они не покупают коллекции, да, на данном этапе развития. Ремарк, мы планируем закупку товара, но опять же, скорее всего, все-таки речь пока будет идти не про российские бренды, да, а про международные бренды. Нужно искать все точки, да, которые могут у вас взять хотя бы сначала чуть-чуть. Дальше это сарафанное радио, оно будет работать. Да, очень тяжело говорить, потому что я не знаю бренда, да, я не знаю, о чем я говорю в данном. Нет, абсолютно, мне кажется, нет. Здесь
вопрос на самом деле, если вы ходите в опты и вы продаете товар, ну, допустим, в регионы к кому-то, вы же не понимаете РРЦ. Она у всех может быть разная. Вот. И, то есть, если вы будете контролировать РРЦ, тогда да, тогда проблем нет. Если нет, тогда это будет странно, потому что клиент может увидеть ваш, там, допустим, ваш товар в одном месте, потом будет в универмаге за другую цену, и будут вопросы. Проблем нет. Отвечая на ваш вопрос по поводу, а ходят ли туда байеры, ходят. В этом году у нас ребята из Тамантайлана ездили, отбирали, смотрели. А насчет эффективности я вам сейчас не скажу, не знаю, потому что я знаю, что там у Дина, да, у нас человек, который занимается брендами, виш-лист, мне кажется, он уже настолько большой. Если ему что-то нравится, он выделяет, да, и потом, соответственно, при стечении обстоятельств, конечно же, к нему обращается и начинает по нему работать. Да, здравствуйте. Меня зовут Михалева Катерина. Большое спасибо спикерам. Вы внушили такой оптимизм, я хочу сказать, да, своим энтузиазмом. Но я хотела бы задать вопрос по первой части беседы, по тем вопросам, которые вам задавали. Мне показалось немножко странным вот этот вот момент, что вы такие совсем базовые вещи объясняете на таких встречах. Во-первых, ну, западные бренды, а я когда-то работала преимущественно с ними, а для них это дважды два. Показать, что такое концепция бренда, прислать пиар-стратегию на каждый сезон, ты сидишь, что переводишь и доводишь до нашего потребителя. У меня вопрос к вам. Собственно, а почему не сделать методичку? Почему вот эти вопросы вам продолжают есть задавать? Есть методичка, есть анкета, более того, которая заполняется накануне. Все разработано. То есть, и все равно к вам люди приходят и не понимают, как презентовать. Все разработано, все направляется, все уже давным-давно сделано. Я на самом деле тоже хочу поддержать этот вопрос. Дело в том, что мы когда готовили, да, мероприятие, мы же собирали вопросы, в том числе и с аудиторией. И вот эти вопросы, которые мы сегодня задаем про базовые условия, это, понимаете, да, в рейтинге, вот в первой тройке, да, потому что действительно есть большое непонимание, вот Николай не даст соврать, есть методичка, не читают, ну как бы нужно еще объяснять. И это важно, потому договор что... не читают, вы говорите методичку. Они договор, который подписывают, не читают. Да, просто нам всем вместе здесь, вот организаторам, да, экспертам, то есть очень важно, чтобы мы говорили все на одном языке, да. Поэтому мы готовы бесконечно объяснять, задавайте больше вопросов, какие бы они вам были или нет. Кстати, я добавлю просто короткая ремарка. Это все понятно, почему происходит. Слушайте, мы тот путь, который... Западные бренды проходили десятилетиями, прошагали аршинными шагами за 20-25 лет. Поэтому это все понятно, все очевидно. Ну, правильно, но... Но это как раз про то, что надо к тому, что ты делаешь, относиться как к бизнесу, да, это вот, в общем-то, про это, да. Если ты сам, и про то, как вещи в корнере развешаны, да, что это были чьи-то мысли, да, если ты сам у себя в голове сложил, как и куда ты идешь, да, то, собственно, дальше будет все четко. Но, опять же, те бренды, с которыми вы начинали когда-то, у них уже была предыстория какая-то, да, и у них была база. Ну, вот мой опыт говорит о том, что все-таки даже там вот пандемия, она, по сути, на самом деле дала всплеск локальному производству во всех странах, да, то, что то количество маленьких локальных брендов, которые появилось там у нас в России, да, то же самое происходит в Европе, в Турции той же, да, потому что, ну, там, я делала ресерч в конце прошлого года по турецким брендам, просто интересно было, что у них происходит, да, потому что все ринулись туда, страна работает спокойно с Россией, как бы надо смотреть, что же там происходит, да. И там, понятно, есть срез тоже брендов, достаточно известных на слуху, а есть масса, огромная масса маленьких брендов, интереснейших в разных категориях, да, я там нарыла порядка 400 брендов, да, вот, это действительно так, в разных категориях.
и, ну, часть из них я бы, например, с удовольствием представила в рамках универмага. У нас есть такие мысли, потому что, например, в таком универмаге, как, не знаю, даже, может быть, в Трендайленде или там, в более массовом, они считаются, потому что часть из этих брендов, например, привез ЦУМ, но они там не считываются. Они тот клиент, который всегда ходил в ЦУМ, и тот клиент, на которого они работали, им эти бренды просто неинтересны. Да? Они, естественно, там стоят, и их никто не видит. Хотя я их увидела, потому что я их нарыла, да, и привезли частично. Вот, поэтому... Давай до демонстрации. Добрый день, меня зовут Илья, я представитель бренда детской одежды «Мишура». И у меня вопрос к спикерам такой. Про ремарк. Я услышал, что у вас вы представляете, да, там детскую одежду. У меня вопрос по комиссии, она на детскую одежду такая же, либо меньше. А к Николаю у меня вопрос, в Трендайленде планируется ли какой-то корнер, уголок с детской одеждой? А если это телеграфы, то в каких телеграфах, кроме Целинопарка, который в Москве? По поводу Трендайленда расскажу, да, у нас был опыт отдельного корнера для детей, это был 19-18 год, экономика этого корнера не показывалась как каких-то выдающихся результатов, и мы его решили закрыть. Вот после событий, которые были в прошлом году, авиапарк всерьез задумался о том, чтобы отдельно от Трендайленда создать универмаг именно для детей, условно, да, которую мы сейчас вынашиваем как идею, пока еще решение по нему не принято окончательно, но есть в России достаточное количество брендов детских, которые, если их объединить в универмаг, это сработает. Почему такой путь, объясню. Потому что в универмаге с одеждой мужской и женской, допустим, да, вот в Трендайленде, не возникает ощущения у клиентов, что можно купить детскую. Когда они с ним встречаются, они, ну, не понимают, почему он здесь висит, для большинства. Но целенаправленно не идут туда за детской одеждой. Вот в чем дело. Вот в этом проблема. И вот эти две как бы истории, они встречаются, и получается, что это как бы для тех клиентов, которые не ожидают там встретить эту одежду, для них удивление, и не понимают, почему он здесь висит, а для тех, кто ищет, то есть эту одежду детскую, они идут на этаж, допустим, четвертый, где она представлена в большом объеме, и не заходят к нам. Это к вопросу о том, чтобы привести в Трендайленд на какую-то небольшую зону кидс, допустим, покупателя, необходимо очень много усилий проделать. Маркетинг, рассказать, обзор, вот этот корнер, вы проходите 150 там рейвов с одеждой женской, там за углом где-то есть там, одежда детская. Это не очень удобно. По поводу телеграфов, действительно, сейчас есть этот сегмент в Зеленопарке, потому что он там востребован был, и, собственно, мы получили в том числе комментарии от сотрудников о том, что огромное количество людей приходит туда с детьми, им нужно что-то дать. Но и там позволяет площадь. Все-таки, если сейчас взять основные телеграфы по Москве существующие, они не позволяют по площади разместить этот сегмент, потому что площадь в основном это примерно 900 метров, 1000 метров. Это общая площадь, из которой там как бы рабочая торговля около 700. Соответственно, разместить там этот сегмент полноценно, опять же, не получается сделать, потому что если это делать, например, на трех рейлах, то такой же вопрос возникает у клиента, который приходит на фэшн в женском, встречается одежда там детская, почему он тут висит, почему эти там, допустим, висит какое-то очень красивое платье, и здесь же пинетки висят рядом, да, ну это странно. На самом деле у Ремарка есть стратегия развития в разных сегментах. Есть отдельный формат товара для дома и есть отдельный формат kids. Мы тоже в поисках, на самом деле, площадки. У меня была идея в свое время сделать отдельный проект для цветного с этим форматом, но, опять же, она не реализовалась в жизни, да, и, в общем-то, сейчас, если найдем площадку, то сделаем отдельный формат. В Белой даче, почему появилась детская, мы точно так же думали, что на 1500 метров, наверное, детской мы ставить не будем, да, но с учетом того спроса, который мы видим, там очень много аудитории, да, с детьми,
И мы видим, что там первый квартал 50 квадратных метров, он показывает очень хороший результат, поэтому, скорее всего, будем эту категорию развивать, да, так же, как товар для дома. Но это конкретно локация решает. Вот. В форматах до 1500 метров точно детского не будет, если речь про центр города. Если это большой формат, то, скорее всего, детский сегмент будет представлен, но скорее комплементарно все-таки. Да? То есть нужно делать выборку, потому что, очевидно, человек, который идет за целевой покупкой в этом сегменте, он выберет несколько иные каналы продаж. Да? А этот формат, это скорее история, ну, там, я покупаю что-то себе, и вот, ну, раз есть, да, чтобы мне зацепило взгляд, я куплю что-то ребенку, допустим, либо в подарок, да, то есть если речь про центральные локации там в центре города. То есть на самом деле все определяет спрос. Я еще в порядка 2,5 лет была в совете директоров Stockmann, да, и, например, их локации, они расположены в разных торговых центрах, а в 2021 году открылся проект на Смоленке, да, и Смоленский пассаж 7500 квадратов. У них формат всегда стандартный, это всегда все категории, кроме Океане, там 2000 метров, маленький формат, там нет детского. А во всех больших форматах всегда есть товары для дома большой достаточно зоны, детский сегмент довольно большой зоны представлен. И вот, ну, просто практика показывает, что несмотря на почти там половину этажа, это где-то порядка 1000 метров там детское, да, он все равно работает хуже, чем, например, в том же Авиапарке или в Химках, допустим, в Меге. Потому что сегмент аудитории, да, он там более семейный, практически все с детьми, естественно, они идут за целевой покупкой. Вот. В центре города люди, как правило, не обременены семейными узами еще, да, либо не имеют детей, ну, либо они только-только там задумываются про это, то есть это такая история. Да. Вот скажи, пожалуйста, вот был вопрос как раз, какие же коммерческие условия на детки, как называются? Хороший вопрос. Мы сейчас сами с детским не работаем, мы работаем с партнером, там условия чуть ниже. Предполагаю, что они... А заявки рассматривают? Заявки партнера еще рассматривают? С Банихилл мы работаем. Да, они такой агрегатор. Все, который в цветном сейчас. А? Который в цветном сейчас, да, Банихилл? Да. Спасибо. У нас буквально предпоследний вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Исайя Волова. Я представляю бренд «Национал». Это бренд женской одежды «УВЕКС». Спасибо большое, Станиславе. Я просто прям по чистой случайности училась сегодня в британке. И просто обалдела, придя на это мероприятие, что она здесь участвует, ну, то есть является модератором, создает такие классные встречи для бизнеса. Так вот, у меня тоже розничный магазин и розница, и, в общем-то, как девушка говорит, сейчас много очень проблем в рознице. И я как раз рассматривала для себя формат работы, естественно, с маркетплейсами, Ламода и универмаги. Не очень поняла вопрос такой. Я так понимаю, что есть два формата работы. Это корнер и реализация. Да? Да, все верно. По корнеру получается, что финансовые условия я не очень поняла. 30% от товарооборота, свой продавец и депозит. А депозит зависит от объема? Нет, ну, в основном, если мы говорим про отдельный корнер, то это, как правило, около 50-60 метров. В текущих локациях, вообще как бы существующих, нет, скажем так, площадок больше этой цифры. Это максимально, что можно вообще найти, как правило, потому что там корнер стоит больше, это уже большие бренды, когда, ну, типа там гейпы и так далее, которым нужно столько, он заходит и говорит, ребят, мне 100 метров, это прям минимум, который мне вообще устроит. А, соответственно, то, что у него объем уже там поставлен такой и SKU. Поэтому, да, идет речь про один и тот же депозит для всех. Он у нас в Трантайленде, как я уже сказал, 360 с НДС. Он как бы у нас, по-моему, не меняется уже несколько лет. Всегда одинаково. Ну, то есть, получается, как вы считаете, выгоднее работать в корнере либо в реализации? Вопрос готовности, вашей готовности. Если вы уверены, что у вас есть цельная коллекция отшитая, да, то есть есть запасы товарные, вы
способны будете эти запасы пополнять очень оперативно. У вас есть аналитик, который работает с отчетами по продажам. Он точно понимает, что нужно поставить завтра. Он знает, например, сезонность, он понимает, какие сейчас тренды, чтобы тоже вовремя поставить. Вспомните топ-топ, когда появился, он же выстрелил за счет чего. Они просто считывали все тренды очень вовремя. А то как бы они отшивали там то есть по тканям, если смотреть, там все было довольно, ну, то есть, скажем так, просто, да, но ценник был уже выше среднего, и они как бы выстрелили очень хорошо. То есть они просто понимали, что нужно покупателю завтра. Вот если вы все это, естественно, у себя как бы пожените, да, там, в голове, в корне, то безусловно, отдельно выходить лучше, потому что реализация не даст тех цифр, которые дают комиссии. Это прям уже проверено годами, утопия полагать, что реализация будет несколько миллионов, так же, как и в комиссии. Во-первых, потому что реализация – это всегда 2-3 рейла, может, 4 максимум, на площадках небольших, потому что нет больше места. А корнер – это всегда 50-60 метров, это уже 8-9 рейлов, там уже можно представить всю колесу. Чем больше товара, тем больше товара оборот. Спасибо. И еще вопрос. Мы работаем с обувью, то есть это дополнительный склад, не то есть, может, не может быть коробки выложить? Склад нужен для одежды. Если мы говорим про комиссию, то склад нужен точно, потому что, чтобы обеспечить товарооборот, необходимый там, для вас и для нас, необходимо иметь остатки. Эти остатки иметь в зале торговом невозможно, даже если есть накопитель, в котором можно что-то сложить, этого мало. Особенно, когда начинается сезон осень-зима, верхняя одежда, пиджаки, какие-то там, не знаю, платьевные там, не знаю, группы. Вы же не будете платье складывать в накопитель, потом оттуда доставать клиенту в каком-то виде непотребном. Естественно, это склад. А склад – это отдельная стоимость? Склад – это отдельная стоимость. Сейчас не скажу, честно говоря, какая она. Она была 3300 рублей за квадратный метр без НДС, по-моему, вот, в последнее время в авиапарке. У нас складские чеки от 6 квадратных метров. Ну, там легко посчитать, какая стоимость склада в месяц. Небольшая. Да, и последний вопрос. Как вы работаете с акциями? Делаете ли вы какие-то распродажи? Безусловно, конечно. Мы делаем распродажи несколько раз в год. Как я уже сказал, это mid-season sale, это Black Friday. Это сезонные распродажи с 1 июля по примерно 15 августа. Потом мы заходим в спецпредложение до 1 сентября. С 1 сентября обновляется коллекция. Мы всех зовем в школу, back to school, тоже акция. Соответственно, есть какие-то у нас истории сезонные, которые можем придумывать, опять же, в виде поп-апов. Обновление коллекции весна-лето, весенний 8 марта, 14 февраля, 23 февраля. Это все мы делаем, как и все. Вы работаете в формате вот этих вот процентов, правильно? Или вы согласовываете? Вы имеете эти скидки, которые мы даем? Нет, вы берете комиссию. А вы даете скидки, исходя из размера комиссии, или вы Нет, здесь смотрите, если реализация, то мы идем навстречу и подписываем доп. Соглашение на уменьшение комиссии, индивидуально согласовывая с комитетом. Если это реализация, честно говоря. Если это комиссия, то, конечно, скидки мы не даем. А Корнер тогда, получается, сам работает? Ну, то есть он сам делает скидки или нет? Он их определяет для себя, да, то, чтобы... Как отдельный магазин в магазине. Все понятно. Коллеги, это был последний вопрос. Спасибо вам большое. Спасибо, что все не дышали. Вы сидели до конца. Мне кажется, у меня есть маленькое объявление. У нас в зале находится представитель СБМ. Это случайно вышло, честно, вообще не организованное событие. Сама только что узнала. Вот, встаньте, пожалуйста. Вот, поэтому можно подойти. Как хорошо я сюда зашла. Вот, спасибо огромное. Мы вас ждем на наших следующих мероприятиях. Не буду пока анонсировать тему. Храним соль и интригу. Готовим для вас самое интересное. Если у вас будут какие-то идеи, кого позвать, что спросить, да, и вообще вот самое актуальное, то, поверьте, наши завтраки рождаются из ваших запросов. Мы всегда открыты соли, ей можно написать напрямую, телеграм-канал Fashion Прокачка. Можно также написать мне, телеграм-канал Fashion Штаб. Приходите, спасибо. Всем спасибо большое, наши контакты сейчас будут на экране. Если можно попросить чуть-чуть для кадра.